36, 35, 34, 33. Держать, Маша. Руку поднимай вверх и держать. Держать, держать. Держать руку выше, еще выше. Ну. Считаю свои комнаты. Держать, Маша. 10 секунд. 10. Пон. Палоги. Маша, встали. Заправились. Маша, поклонились. Ушли. Маша победила. Так. Осталось 20 секунд. Ничья. Ворота. А ну, Коля, соберись. А ты? Просто одевай все. Одевай сверху. Раз. 15 секунд. Каджина. Извини, Влад. Давай, 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 Борис. Матей. Тебе Шида. Коля, Шида. Каджина. 10 секунд осталось. 9. 8. 7. И бум. Чуть-чуть осталось. Поклонились. Выиграл Каталин. Ушли. Каталин, ты защитил команду. Кто у тебя капитан? Дроник Игорь. 1-0. Маша, ты за кого? Тоже. 2-0. Йо! 2-0 команда Игоря ведет. Прошу вас. Миша с кем? Ага. Готовы? Джин! Стоп, стоп, стоп! Кто готовится? Две пары. Чего сидят? Стоп, Матер! Чего сидим? Андрюха, уйди туда, сядь. Вдруг кто-то бросок будет. Макс, тоже уйди, сядь. Что вы сидите? Сыр бы встал! Кто там еще должен бороться? Я. Ты с Сырбу, да? Игорь и Влад. Игорь и Влад, но они стоят. Хачун! Пошли 2-0. 2-0 команда Игорёхи ведет. Молодец, хорошо настроил. Кто должен выиграть? Да, должен выиграть и Вивер. Ну, бросай его, вот она! Нет, на живот упал. Вот падай, толкни его и все. Двумя руками держали ее за пад. Двумя руками. На него сильно не упирай. Так, Миша Шида за неведение борьбы первое. Вазария! Держать удержание. Акции и корни. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И пон. Базарил, Базарил, последний пол. Так, схватку выиграл Артур. Поклонились. Ушли. Артур, ты за кого? За шефа, да? 3-0. Хорошо. Даник, соберись, надо выиграть это. Дергай, дергай. Чем ниже он будет стоять, чем ты выше. Стойку поднимаем. А там ничего нет. Поднимай, говорю. Ой, это. Осталось 40 секунд. Да, не вперед. Сожрать его. Ну, бам! И помни. Красавец. Поменялись местами. Лапку выиграл. Кынь туда. Счет 3-1. На ковер приглашается. А вы сюда приглашаете? Оп. Комариков сколько? Так. Тоже там у нас посуды.
И здесь посудит, блин, да. Так, вы по какой придете? То же самое. Но я буду судить как по этому, по дзюдо. Буду вам говорить. Георгий, иди, что ты делаешь. Так. Георгий, можешь судить? А ну покажи. Засуди, знаешь кого засуди? Хочешь мороженое? Засуди, знаешь кого? Сейчас себе скажу. Засуди. Счет 3-1. Засуди сверху. Нет, не надо это заслуживать. Влад, ты за кого борешься? Я? Да. Кто у тебя шеф? Кто капитан команды? Лужа. Ну, 3-1. Надо выигрывать. Хорошо? Хорошо. Вы по-самому боретесь, да? Так. Аджи! Влад, хитрый, тебя обманул. Он хитрый, а ты еще хитрее. Базари! Топ! Базари. Да, трудно будет засудить. Давай, Влад, давай. Команда проигрывает. Держи мою правую руку, Влад, держи локоть. Сам бери правой рукой повыше. Согни его в три погибели. Вот стоит, руку как хочет берет захват. Правую руку сорви у него. Игорек не расслабляется. Активная защита должна быть. Джой! Никуда красиво. Базаря. Спасибо, хорошо. Стоп, вот ты. Стали. Андрей. Помоги. Стоп, одну секундочку. Какая музыка. А? Давай, быстро, пока я. Иди сюда, Джой. Возьми, смотри, вот так, встань, вот так сделай, вот так. Что ты еще делал? Потому что, нет, ты руками не показывай, так. Ага. Мне тяжело. Давай мы тогда никому ничего не надо. Да нет, пусть, ну просто я сделал, поставил ему подсечь, что он зацепник хотел. Андрюх, ты участник? Да. Ну, Борис, мы судим, мы решаем. Значит, оценка у вас, вы оба упали, я веду так, оба упали. То есть никому ничего, Базарий остается у тебя. Да. Ты готов? Влад? Да. Время. Пошли. Осталось 2 минуты. Так, вам первое замечание обоим. Падает в бок, вправо, влево. Так нельзя делать, Андрюша. Хорошо? Аджи. Осталась минута. Здесь Влад 4-0 ведет.
Если бы Дух еще сделает бросок. Пока там команда Игоря выигрывает. Четыре балла! Стойку. Игорь, стойку. 4-4. Кто последний бросил, тот и выигрывает. А что вы? Осталось 50 секунд. Давай, давай, давай. Стоп, стоп, за кругом. Осталось 40 секунд. Здесь 4-4 игры выигрывают. А тебе? Умотай ногами. Умотай ногами, Витя. 2 балла. Ставь удержание. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. А что ты вот? А отпустил, не считай, не буду удержание. Стоп. Стоп. Все стоп. Удержание делал все. Сколько он сделал секунд? До 10. 9. 10. 10 сделал. 9. 10. Так, тебе третья шина за разговор. Сергей Анатольевич, пожалуйста. Ну, наверное, я уже решил. Поклонились. Убежали. Спасибо. Андрюха, ты на ковре все время разговариваешь. Тебе показать правила? Нет, я знаю. Ты участник, поэтому твое дело бороться. Ты, дело тренера, кричать сбоку, представителя судьбы, решать твою судьбу. То есть ты можешь что только показать. Только сказал, тебе сразу шило. Еще раз, второй раз шило. У нас не вольная борьба, у нас не футбол, где можно матом ужаться. Нет, у нас сразу раз и до свидания. Сколько было секунд? 10 секунд. 10. Значит, ты должен сказать, Мате, смотри, вазари, вазари, а вас это помни. То есть два вазари, чистая победа. Команды построились. Построились. Смотрите, что полотенце здесь. Ближе, пожалуйста. Ближе, ближе. Давай, 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 вставай. Макс, вставай. А то потом, знаешь, как тяжело. Разойдешься, да, разойдешься чуть скорее. Значит, что я предлагаю? Подняться, да? Макс, что я тебе предлагаю? Ты приходишь, начинаешь с кем-то качаться. Я тебе пишу, что ты должен все выполнить. Я не могу отсюда уйти туда, физически. Потом ты пришел, чуть-чуть размялся, пару бросочков и борешься. Чтобы ты начал хорошо бороться, но физики чуть не хватает. Так, здесь у нас выиграл Сэмбу. Пока не вижу другого. Так, здесь кто у нас выиграл? А, кто выиграл? Два раза. Нет, последний раз. Так, поклонились. Здесь выиграла Артур. Помню точно. Так, здесь выиграла Маша. Поклонились. Здесь выиграл. Последний потом. Чуть-чуть не дотерпел, да? Надо было ответить, но взять и плюнуть. Поклонились. Итак, команды не было, куда мы зафиксировали их ничью. Вообще-то, ничью, почему? Потому что они попросили не на работу убегать. Поэтому ничью. Значит, получается у нас победа раз. Победа 2, победа 3, победа 4. Значит, счет 4. 1. А кто здесь выиграл? Все. Правильно. Главное, когда вы играете в футбол, еще что-нибудь. В конце будут обидеть. Не старайтесь обидеть. Чтобы не 5-0, а 4-0. Да еще это выиграть, это задушить. То есть хоть какую-то гадость сделать противнику. Но приятную.
Алинея, Лепс, все. Хорошо. Лучше, если не радуется. Аккуратненько, аккуратненько. Не ругайтесь. Пишет все. Пишет.